Вечір добрий. Пане Леноре, ну перше запитання. Скажіть, що там нині з блокадою? Чи всі добровольці вже лишили пости? Наскільки я знаю, їх там 6 було, так, постів у вас? Да, я понял. Только почему когда у нас стала продуктовая блокада? У нас была полная блокада. Так. Одна из частей это была продуктовая блокада, которая переформатируется сейчас. Но это не значит, что у нас вся блокада продуктовая блокада. То, что у нас посты, у нас сейчас как и были посты, так они стоят, потому что мы еще не смогли в юридической форме сейчас сформировать гражданское объединение. Оно сейчас подано на рассмотрение. Это райсовет сейчас здесь будет рассматривать. И после принятия решения, после того, как мы сможем уже выдвинуться уже на КПВВ, мы уже снимем свои посты, а в кое-где их оставим просто, в принципе, как наблюдательные посты и все. А так больше мы машины останавливать не будем, потому что надобности в этом уже никакой не будет. Есть постанова Кабинета министров, которая нас почти устраивает. Поэтому дополнительно делать то, что должно делать государство, мы наконец-то уже не будем. Скажите, просто таки коротке уточнення, що означає «майже влаштовує»? Можете прояснити? Постанова Кабміну. Да, потому что там есть несколько пунктов, которые нас не до конца устраивают. Такой, как пункт, допустим, о том, что Министерство экономики и развития может посчитать какой-то груз стратегическим, и этот груз может в каком-то огромном количестве может заехать в Крым. Ну, в том количестве, которым посчитает сторона, которая приняла решение о том, что это груз стратегический. И все, вот это нам непонятно. Нам непонятно, кто будет на границе оценивать, 10 тысяч гривен это стоит груз, или там 5 тысяч гривен стоит. Кто это будет оценкой заниматься? То есть это будет делать таможня, так я понял, да, вот на основании... Скальная служба, так. Хорошо, вот мы хотим посмотреть, как это будет происходить, потому что, ну, я не вижу здесь каких-то там... Вообще это контроль таможенной стоимости, так называемый, да, вот эта вот функция, это очень такая сложная функция у там фискальной службы, у мытной службы. Поэтому мы просто хотим живьем, как это будет происходить, увидеть. Потому что когда идет поток автомобилей, и в этих автомобилях там они везут все, что угодно, мы это теперь уже знаем на собственном опыте. Потому что такое прикордонная служба и мытная служба, мы теперь уже знаем, потому что мы видели, как это все здесь работает уже вживую, а не просто там с чьих-то слов. Поэтому видим, что здесь элемент коррупции был. Мы его тоже не до конца все равно изжили здесь. Какой-то 1-2% он все равно есть. В любом случае, ну, человеческий фактор, он и человеческий фактор есть. Но в тех объемах, которые он был, конечно, уже теперь это невозможно. То есть 98% мы закрыли эту территорию. Так, ну, я продовжу уточнювати по ваших словах, що ви подивитеся, як це все буде відбуватися. Чи є у вас певна домовленість з представниками, скажімо, фіскальної служби? Тобто ваші хлопці будуть разом дивитися на ці всі речі. Як це все буде відбуватися? Мы будем находиться, как мы представляем себе, как мы это уже видим. То есть мы будем находиться на территории контрольно-пропускных пунктов, админ границы с Крымом. И там будет стоять наш вагончик, утепленный, с отдельным подключением света, где будут находиться наши активисты. Это не обязательно крымские атары, это любые украинцы, которые были у нас здесь на блокаде. Мы их регистрируем официально, подаем документы. У них официальный проход, официальное удостоверение. И они там уже находясь, будут наблюдать за действием этой постановки. И если они увидят, что действительно какое-то нарушение происходит, то они, естественно, этот автомобиль остановят и вызовут нас, а мы здесь находимся, мы никуда не делись. Мы на границе стоим, только мы стоим, не на КПВВ. Мы, естественно, тут же подъедем и тут же этот факт зафиксируем, и тут же предъявим его или мытнице, или прикордонной службе. А чтобы наши хлопцы, которые там находятся, а мы там будем действительно ставить проверенных наших все-таки бойцов, и те люди, которые действительно там через какое-то время глаз замыливается все равно, он вступает в контакт, в любом случае, человек. Мы будем ротировать этих людей, ротировать ими между постами, и в том числе и с другими задачами. Потому что у нас здесь еще есть, да, не только прикордонная служба же здесь находится. Здесь есть еще куча других функций, которые мы выполняем. Это дозоры, патрулирование и все такое прочее. И в том числе это объединение еще будет смотреть за правопорядком вот на этих вот прилегающих территориях. Помогать правопорядку. Ну, от, все ж таки, огляд цих машин, про яких ви говорили, чи є домовленість про те, що ви будете разом оглядати? На яких законних підставах ви там, скажімо, будете це все робити? Чи не буде конфліктів? Ні, не буде. Є закон України, по якому ми маємо право, як громадяни України, знаходитися і осуществляти контроль. Є закон, в рамках закону, що, в принципі, нас і радує, що такі закони у нас все-таки є, ми будемо там знаходитися.
Поэтому ничего сверх того, что там мы должны делать как гражданские активисты, мы не собираемся брать функции на себя никакие. Мы, самое главное, добились того, что государство вернуло себе честь, государство взялось за Крым, взялось за блокаду вместо нас, слава богу, мы уже теперь не надо нам это делать. И мы видим, что, в принципе, уже результат есть. И видно, что и раз мы, если бы мы были неправы, тогда надо было, конечно, нас оттуда разгонять. А если постанова все-таки принята, и мы знаем, что и видим, что уже сюда не едут никакие фуры, и уже нет возможности даже не только фурами, а даже грузопассажирские перевозки уже здесь закрыты. Мы видим, что это дает результат в Крыму. Ватный район, народ, который там в Крыму голосовал на референдуме, просыпается наконец-то, он понимает, что кроме Аквафреша в руки больше они ничего не получили. И мы надеемся все-таки, что народ в конце концов прозреет, в том числе и на материковой Украине, что Крым надо возвращать. Не в какой-то мифической перспективе, там 5-10 лет там, мы подождем, и мировое сообщество додавит Россию, и Россия сама отдаст нам Крым. А мы будем сидеть шире украинцы здесь и ждать, когда нам мировое сообщество Крым обратно вернет. Не будет такого. Мы сами должны делать это, сами делать. Мы в первую очередь крымские татары. Вот мы это начинаем, Украина нас поддерживает. Я имею в виду граждан Украины. Так, так. Пане Леноре, ще одне таке запитання. Ви однією із основних вимог, коли лише почалася блокада, ставили звільнення заручників, так? Як із цією вимогою нині? Тяжелые вопросы задали в плане того, что коротко на него, если ответить, то объясню так. Вы по поводу энергоблокады, когда видели, как да, нас да. штурмовали и как все происходило, вы понимаете, сколько есть партнеров у русских в Киеве? Вы увидели, что готовы были выкинуть, в принципе, всех активистов оттуда, лишь бы дать свет? Вы себе представляете, что насколько тесны вот эти вот связи сегодняшнего Киева и с оккупационной властью, и московской властью, что мы еще пока не можем себе сказать, что мы уже вот новая Украина, и мы уже сейчас вот такие вот гордые, чистые, смелые, и что мы можем... Ничего подобного. Ничего подобного. Вот эти вот все цепочки, ниточки, которые есть, они как были, так остались. Просто они уже работают не в таком формате, как это было. И поэтому мы себе точно отдаем отчет, что если мы это не будем делать, то это никто другой не сделает. То есть государство в том виде, которое сейчас оно находится, им это тоже сейчас незачем делать. Ну, добре, але ви хоча б на йоту просунулися у виконанні ваших вимог все ж таки, тому що вони були досить жорсткими, як я пам'ятаю в перші дні. Так, зараз ми йдемо по цьому путі, і ми розуміємо, що якщо б були ми одні в договорному процесі між окупаційною владою і Україною, і були б одні, ми б вже їх освободили. А так як крім нас ще є переговорщики в разных теплых кабинетах с телефонами внутренней и внешней связи, которые встречаются с разными политиками, такими, которые прилетают и разговаривают с нашими политиками, которые находятся в Украине, и договариваются о том, что ничего, давай татар там мы потихонечку прикроем, потихонечку задвинем, да, они там да, пошумят чуть-чуть, мы тут покажем, что татары счастливы, ничего страшного, давайте дальше потерпим, и все, они там пошумят и закончится. Если бы мы были бы одни, то мы бы уже их освободили. А если есть у нас такие здесь друзья в Украине, которые потихонечку нас готовы слить, или так как минимум даже не слить, а задвинуть потихонечку куда-нибудь, в такое маленькое стойло, куда задвигаются все остальные патриотические организации, каждая организация какой-нибудь стол находится, и там они потихонечку в этом столе находятся, чтобы не шебуршали. У нас внешние партнеры, у нас есть друзья, у нас там то-то, давайте, сейчас не мешайте, мы строим новую Украину. Мы таким образом не новую Украину построим. Мы построим такой же Янукович Лайт, такое, знаете, с таким этим правительство, которое будет также потихонечку, как крабики, такими лапками все гребсти под себя, забыв про национальные интересы украинцев и крымских татар. Так, добре, але от зараз, що ви робите для того, щоб виконати все ж таки вимоги про звільнення активістів і заручників? Ми заставили їх на сьогоднішній день вспомнити, да, що все-таки кримські татари, вольні кримські татари, здесь. И те крымские татары, и те украинцы, которые здесь находятся, никогда не позволят им там, закрепившись, спокойно сидя, тоже в теплых кабинетах, там, где еще нагретые стулья украинских политиков, которые убежали оттуда замечательным образом, остались. Мы им не дадим там усидеться в этих креслах. Мы не дадим им сделать так, чтобы они спокойно, счастливо там спали, разворачивались, ездили как султаны по нашим землям, по нашим улицам. Это первое.
Они каждый день думают, я это знаю, каждый день думают о том, что мы выкинем еще завтра, что от нас ждать. Тобто, я перепрошую, це будуть якісь акції протесту у Києві, як була одна із акцій протесту під на Банковій під адміністрацію президента. Як це буде виконуватися? Знаєте, я не в ці от акції, які на Банковій, там де-то ще, я не вірю. Українська влада вже давно-давно к цим акціям ко всім привикла. Українська влада адаптувалась. У неї вже імунітет на все це є. Я так уже вижу. Українська влада, любая влада, да, вона любить царствувати всласть, да, як так сказати. Поэтому у человека есть такая в природе такая история, что мы приспосабливаемся к любой, адаптируемся к любой ситуации. Вот сегодня власть адаптировалась к ситуации постоянных протестов в стране. Она адаптировалась. И она, в принципе, там может, там, ну, я же еще раз говорю, можно разложить там по полочкам там, любого там, политика, любого там, у каждого политика есть какой-то бизнес, у каждого политика есть какая-то там структура какая-то олигархическая, которая там его приводила в политику. Долго могу рассуждать, вы лучше меня это все знаете. Я о другом. Я не об этом инструментарии говорил. Я говорю сейчас о той ситуации с Крымом. Единственная сейчас сила, которая не замазана вот в этих вот схемах олигархических, в этих ручейках этого кровавого бизнеса, который был с Крымом, это Меджлис крымско-татарского народа. Это лидеры крымско-татарского народа, это Мустафа Галиев Атаев. Поэтому то, что сейчас эти люди, эти лучшие представители своего народа взяли ситуацию под свой контроль и стали здесь в лицо, смотря врагу, который захватил наши территории, они в первую очередь должны быть переговорщиками с той стороны, чтобы и с этими людьми разговаривали. Потому что это, эти люди не будут договариваться о каких-то преференциях для себя лично. Они будут говорить именно о политзаключенных, они будут говорить о притеснениях народа, они будут говорить о миссии ООН, которая должна зайти в Крым в конце концов. И мы должны это сделать. А украинцы должны заставить украинскую власть дать возможность этим людям сделать то, что они должны сделать. Они должны вернуть Крым. Как ключ кримські татари Криму. Пане Ануре, так, це все зрозуміло, але все ж таки хотілося б конкретніше покроково, як це все буде відбуватися. І, ну, розкажіть. Ви все время, я вам проговорю про те, що по суті ви все-таки хочете в конкретику. Смотрите. Звичайно, так. З продуктової блокади ми нанесли определенный урон, в тому числі нанесли урон тем людям, которые сидели на этом бизнесе и в том числе коррупционировали этими огромными деньгами, которые шли с оккупированной территории наших политиков, ну, наших бизнесменов сначала, а потом наших политиков. То есть это была такая коррозия украинских национальных интересов, то есть которая разъедала все это и разъедала саму суть вообще идентификации украинцев. Мы это остановили. Энергоснабжение с Крымом. Мы показали, вся Украина показала сейчас, да, благодаря тому, что все-таки энергоблокада формально уже невозможна. То есть она фактически была закрыта, да, нами, и невозможно теперь формально, де юре. Но нет контракта, а без договора нет разговора, как русские любят говорить. Вот нет у нас договора сейчас с ними, потому что договор позорный, предательский. И сейчас они увидели, что украинцы, оказывается, в чем-то вы говорите, они недочеловеки, в чем-то говорите, они неполноценные, да. Мы сейчас неполноценные, производим впечатление, может быть, таких вот драных коз в чем-то. Но то, что мы делаем, и то, что мы на самом деле каждый день не просто говорим там с киевских кабинетов «Слава Украине! Героям слава!» Нет. Мы говорим здесь тем друг другом с моим «Здравствуй!» и там и «До свидания» каждый день, зная, что в течение этого дня мы сделали так, что той на оккупированной территории каждый день о нас думают, потому что они знают, что мы каждый день работаем над тем, как блоха укусить на самом деле ту собаку, которая захватила нашу территорию. И вот эти вот нас блох маленьких таких здесь очень много становится. И мы будем их кусать так, чтобы они будут только этим и заниматься, что они будут чесаться. А им лучше всего отпустить наших политзаключенных сначала. И они это должны сделать в ближайшей перспективе. Не сделают, мы дальше их будем кусать. Кусать будем постоянно. А то, что это будет происходить так. Сейчас уже, если вы не знаете, то узнаете у политиков, наверняка у вас есть спичрайтеры какие-то, у вас есть там персонажи, как вы любите говорить, журналисты, да, в разных там в структурах работающих. Что есть уже такие слова, такие уже там, такие разговоры о том, что русские готовы отдать Крым только без Севастополя. Вот давайте договоримся, если мы отдадим там эту территорию под тройной патронат трех стран,
Турция, Россия, Украина. И пусть крымские татары, да, этот Крым заберут, вот ту часть, которая без Севастополя. А в Севастополе остается флот, остается русский мир и все такое прочее, что с этим связано. Я думаю, что некоторые из вас уже об этом слышали краем уха. Я вам говорю, что этот вариант отрабатывается русскими. И в том числе об этом знают на материковой Украине. Тоже. Поэтому я думаю, что... Про це, скажіть, якщо з вами про це говорили, про цей варіант? Знаете, я не могу об этих вещах говорить, потому что это не меня касается. Это касается, на самом деле, тех политиков, которые об этом разговаривают. Мне такие разговоры неприятны сами по себе, потому что Крым у нас единый Крым, поэтому мы его без Севастополя тоже не рассматриваем. Севастополь — это Ахьяр, это наша крымская татарская земля. Да, она была оккупирована еще в 1873 году русскими, это все понятно, мы это знаем. Мы были слабы тогда, не смогли как народ это все отбить, тоже были предательства. Но это не значит, что мы сейчас, сегодняшний наш исторический шанс, который нам дает судьба, дает Всевышний, этим не воспользуемся, не восстановимся себя в Крыму, как мы должны себя там чувствовать. Пане Леонид, тепер ще питання по батальйону. По вашій заяві хотілося б конкретики. От ви заявляли про те, що ви звідти не підете, я зараз цитую ваші слова. Дальше здесь ми будемо формувати батальйон, який буде допомагати в тому числі і поліції, і буде готуватися для входу в Крим. Тому що це нова поліція, яка буде внутрі Криму. Можете трошечки пояснити, як це все буде? Що це за поліція, яка буде всередині Криму? Як ви плануєте це все собі зробити? Ми даємо собі відчіт, що в будущем, в ближайшій перспективі, я навіть зараз не говорю о сроках 2-3 роки, я говорю о сроки год-полтора, максимум 2, навіть 2 років я не бачу, Крим буде повернений. Я, в отличие от Мустафага или Фатага, не верю в такой мирный, добрый процесс возвращения Крыма. Но это мое субъективное мнение. Я все-таки думаю, что после того, как русские, так скажем, не смогут его содержать финансово, начнутся все-таки местные волнения, начнутся местные бунты, на которые будут брошены определенный спецназ, там, не знаю, внутренние войска, ВВшники. Но это будет не только в Крыму, это будет по всей России. Потому что то, что мы видим сейчас, это предвестники всего того, что будет называться развалом России потом в исторических документах, которые будут уже изучать историки и, там, и ученики в классах. Поэтому этот развал России, когда он наступит, мы должны быть готовы, как народ Украины. И мы должны будем зайти в Крым вместе с ЗСУ, с войсками. Да, я думаю, что это будет определенные жесткие столкновения, в том числе уличные столкновения, что-то еще. Я не буду сейчас судить, я не хочу ударяться в фантазии в эти. Даже если это будет просто мирный марш, то мы должны будем в любом случае, как нацгвардия, это не значит, что мы батальон нацгвардии, только у крымский атар будет. Нет, мы еще и ЗСУшный батальон создадим в будущем, но так как быстрее нам будет сделать сейчас нацгвардейский батальон, мы идем по этому пути. Для нас в любой части Украины, которая касается освобождения Крыма, мы готовы участвовать точно так же полноценно, как любой украинец, который находится и чувствует себя, как чувствуем себя мы. Поэтому то, что мы будем заходить, мы будем освобождать район за районом Крыма в плане, естественно, выявления вот этих вот очагов сепаратизма, которые мы здесь видим. Пане Леонуре, це буде окремо якийсь батальйон, який буде заходити? Тому що ви ж маєте якось координувати свої дії із Нацгвардією, із керівництвом Нацгвардії. Чи є такі плани входження в Крим в Нацгвардії? Тому що ви заявляєте, що цей батальйон, по-перше, спочатку буде саме при Нацгвардії. Первый батальон будет при Нацгвардии. Да, если вы слышали Рифата Чубарова, Мустафу Джемилева, они тоже об этом все говорили. Будет при Нацгвардии. Дальше, естественно, он будет подчиняться Нацгвардии, естественно, будет подчиняться главнокомандующему Нацгвардии, ну и, естественно, и верховному главнокомандующему в лице гаранта Конституции. Все. Поэтому он будет в формате Нацгвардии. Нацгвардия – это одно из направлений полиции, так скажем. А что тогда означает заява про то, что вы будете заходить там, шматок за шматком земли у Крым? Це ви так собі самі уявляєте ваш батальйон і його діяльність? Чи ви про це говорили з кимось із керівників Нацгвардії? Ні. Ви як-то так представляєте все достатньо буквально. Ні, просто це ваша цитата, і будемо готуватися для входу в Крим. Тому я і питаю. Будемо готуватися для входу в Крим. А що в цьому? А при чому тут ви говорите, що кусок за куском? Ні, дивіться. Коли буде Крим освобождатися, то есть в любом случае за ним внутренние войска должны будут заходить, после войсковых должны будут заходить внутренние войска, которые будут закрепляться в поселках, там, где живут и русские, и крымские татары, и все остальные. То есть мы будем в этих поселках, уже находясь,
То есть менять начальников милиции, начальников полиции. То есть будем менять ту милицию, которая продала интересы Украины. То есть будем их выявлять. Их надо обязательно провести через люстрацию, которая не во всех районах Украины еще прошла. В Крыму она должна быть обязательно. Это должно произойти будет обязательно. А те люди, которые действительно голосовали они на референдуме, да, действительно они как граждане Украины, они предали Украину. Но я считаю, что это то, что они голосовали на референдуме, это их перед Богом будет. Пане Ленуре, я зрозуміла так, вашу позицію. Останнє до вас запитання дуже коротке. Зараз більшість громадських активістів і дуже багато людей планують йти у політику. Ви будете йти в політику? Якщо, скажімо, будуть вибори у нас в жовтні місяці, осінню. Ви собі про це думали? Ви знаєте, йти в політику для того, щоб сісти в Верховній Раді і кричати оттуда з трибуни друг на друга, я не хочу. Я не з тої категорії людей, які люблять много говорити і нічого не делать. Я не говорю це про всіх депутатів, слава Богу, у нас депутати є, які ще ділами займаються. Но вот сьогоднішню Верховну Раду я не хочу. Це я зрозуміла. Дякую вам за ефір.